Всех приветствую на нашем канале Optonet. Ребята, которые не подписаны, подписывайтесь. И сегодня у нас на обзоре вот такое DVD, это автомобильное DVD, но его можно использовать и дома, и не только в автомобиле, на кухне, например. Вот, это DVD на целых 20 дюймов, это огромное DVD с огромным расширением экрана, как для DVD. Плюс в чем, что оно считывает информацию практически со всех внешних носителей. То есть он поддерживает диски, он поддерживает USB обычные флешки, он поддерживает даже флешки microSD с телефона. И здесь есть в комплекте, вы получаете антенну специальную, которую вы подключаете к этому DVD, и где есть нормальный сигнал, вы можете просто бесплатно смотреть онлайн ТВ, то есть получается не онлайн, просто ТВ, каналы, обычные каналы, какие доступны. Здесь еще много всяких фишек, здесь в комплекте даже идет специальный игральный джойстик, который можно игры, в общем, сюда скачивать и на нем играть. В общем, много всего интересного. Самый прикол в том, что здесь экран поворачивается вообще практически во все стороны. Его можно перевернуть в обратную сторону, закрыть. Это реально плюс, допустим, для дальнобойщиков или для людей, которые, например, проводят больше, очень много времени в автомобиле. Здесь его можно поставить абсолютно как угодно. Его можно повернуть, вывернуть. В общем, им реально очень удобно пользоваться. Плюс еще все поддерживается. То есть это реально классно. Даже можно, допустим, на телефон вы фотографируете, что-то захотели пересмотреть, вытянули флешку microSD, вставили вот сюда, и, собственно, можно сразу информацию с флешки считать. Ребята, которые не подписаны, подписывайтесь, а сейчас мы его распакуем, я покажу вам полный комплект этого DVD, включим, посмотрим, что он умеет. Кого заинтересует, по ссылочке в описании на нашем сайте Optonet можете перейти и посмотреть DVD, еще много другого товара, цена адекватная. Так что переходите, смотрите и заказывайте. Ну а мы поехали к распаковочке. Итак, ребят, значит, DVD идет вот такой коробочке. Здесь, собственно, у нас нарисовано само DVD. Здесь комплект антенна, комплект джойстик. Модель вот написано 20 дюймов. Opera Portable DVD. Вот так все это дело выглядит. Здесь у нас сразу идет инструкция к этому устройству. Вот здесь весь комплект, который к нему, собственно, поставляется. И само DVD. Само DVD идет вот в таком пакете специальном, с пупырками большими, чтобы при транспортировке его не повредить. В комплекте идет диск с играми. Здесь 300 игр, как раз тот джойстик, что идет в комплекте и нужен для этих игр. Здесь еще один маленький пакет. И вот таким вот образом выглядит само DVD, больше напоминает ноутбук, здесь целых 20 дюймов экран, это очень много и вполне будет в автомобиле комфортно его смотреть. Значит, на нижней части у нас имеется инфракрасный порт, куда, в принципе, нужно направлять пульт. Пульт в комплекте тоже есть. Само DVD вот такой рифленой поверхности, это хорошо, потому что оно будет меньше собирать отпечатки пальцев. Значит, с правой стороны у нас находится включение-выключение DVD, само питание, выход AUX под наушники, AV-out, AV-вход, microSD карточка, то есть он поддерживает, как я уже сказал, microSD карточки, USB, выход, это еще одно как бы USB, но на самом деле здесь есть пометочка Game, это USB специально для джойстика, который идет в комплекте. Выход ТВ это под антенну, которая тоже идет в комплекте, чтобы смотреть обычные телеканалы. Здесь много всяких кнопочек, есть дисковод, вот так вот прикольно он открывается, здесь специальная пломба. Фишка в чем, что экран крутится абсолютно во все стороны. То есть его можно будет повернуть вот таким вот образом, можно его даже вот таким образом положить. Можно поднять, можно обратно перевернуть вообще полностью и положить вот таким вот образом. То есть в автомобиле это очень полезно, потому что бывает порой так, что нужно его там поставить на торпеду, чтобы он не падал. В общем, реально очень прикольно, на самом деле таки классная штука. То есть поворачивается вообще в разные стороны, можно вот так вот ложить, можно полностью, можно как только угодно, можно вообще перевернуть, вот так вот положить, использовать как, ну, держать его даже в руках и смотреть. Это реально очень прикольно. Комплект идет вот такой белой коробочке, посмотрим, что здесь есть. Ну, во-первых, вы получаете пульт для управления этим DVD, вот таким вот образом он выглядит. Маленький компактный пультик, на котором, в принципе, есть клавиши все необходимые. Ну, как везде, включение, выключение, там, звук, переключение каналов и так далее.
Дальше. Дальше вы получаете, собственно, саму антенну, про которую я и говорил. Вот сама антенна, это подключается к самому DVD, и здесь антенна на магните. То есть его на крышу автомобиля можно ее повесить. Вот таким образом она раскладывается и ловит достаточно хорошо сигнал ТВ. А дальше у нас в комплекте идет блок питания, вот такой для подключения к сети, чтобы, собственно, смотреть этот DVD дома. Дальше в комплекте идет джойстик, который подключается в гейм-выход и через который можно, в принципе, играть в игры. Дальше идут тюльпаны, с одной стороны аукс-выход, где дальше три тюльпана. И, собственно, так как это DVD портативное, то есть для водителей и так далее, и не только, здесь идет зарядка в автомобиль, то есть от прикуривателя то же самое, только от прикуривателя. Это очень хорошо, потому что покупать отдельно ее не надо. Итак, ребят, давайте сейчас посмотрим, что здесь, как оно вообще показывает. Здесь есть меню. Смотрите, здесь, во-первых, USB 2.0. Это скоростное USB. Вот мы заходим в меню и видим здесь фотографии, плеер, чтобы музыку воспроизводить, фильмы смотреть можно, и текст можно, то есть даже читать электронные книги. В DVD я вставил USB-флешечку и, собственно, захожу, допустим, в фильмы. Здесь все, что я скинул. Мы, например, открываем видео. Показывает достаточно хорошо. Здесь два динамика, через которые реально очень громко оно работает. Вот сейчас я добавлю звука, и вы сами послушайте. Понятно, что камера всего этого не передаст, но поверьте на слово, этого более чем достаточно, чтобы пользоваться в автомобиле. Классная штучка. Можно использовать даже как обычную настольную лампу. Плюс в чем, что она имеет теплый и холодный свет. Ее можно крепить, в принципе, к любому столу, там одной прищепочкой, и работает она от USB. Это реально прикольно, потому что вы можете ее запускать просто от обычного пауэрбанка. То есть экран достаточно большой и смотреть комфортно его, в принципе, таки можно. Дальше по меню здесь есть моды, и здесь вы, собственно, можете выбирать, там, допустим, USB, DVD, антенна, все что угодно, абсолютно, выбрать ОК, нажимаем. Кстати, на самом DVD есть кнопочки, которыми вы можете управлять этим DVD без пульта. То есть, если в случае там потери или батареечка села, то здесь все можно тоже управлять, в принципе, DVD-шкой. Сюда вставляются диски, закрываем, и он может, собственно, работать. Итак, ребят, вывод. За достаточно небольшую цену вы получаете огромный экран, два хороших динамика, через которые звук очень хорошо распространяется, то есть слушать его достаточно нормально можно, не нужно дополнительно покупать какие-то колонки, хотя, если вы хотите, допустим, чтобы звук вообще был классным, здесь есть AUX-выход, и, в принципе, можно будет докупить любые колоночки и поставить, подключить без проблем вообще. Цена хорошая, качество сборки тоже хорошее, ничего нигде не скрипит. Поддерживает практически все носители, то есть это диски, это USB-флешки, это флешки microSD. Показывает видео, фильмы, можно слушать музыку, можно даже читать электронные книги. Это вообще классно. Ну еще самый, конечно, большой плюс, в нем можно играть в игры. Это вообще классно. Еще, ребят, здесь, конечно, есть специальное меню, где можно настроить, то есть, само DVD именно для вас. То есть, можно настроить каналы, рисунок, то есть, это режим картинки, знаете, пользовательской. То есть, контраст, яркость добавить, цвета, резкости, температуру добавить, холодное, среднее. То есть, это все, конечно, каждый настроит под, естественно, себя. Дальше есть специальный рингтон. Рингтон это, собственно, вы можете настройки звука делать, то есть добавлять там низких, высоких частот. Опять-таки, каждый для себя все это дело сделает. Меню когда, то есть здесь часы, время отключения. Время включения можете поставить таймер выключения или таймер включения, тоже достаточно полезная функция. Дальше есть опции, здесь, естественно, можно изменить язык. Также можно поставить пароль, то есть при выключении этого DVD будет запрашиваться пароль, если вы, конечно, этого хотите.
Ну и выход каналы, это автоматические настройки. То есть для того, чтобы ваш телевизор работал, вам нужно подключить антенну и сразу зайти в настройки через канал и нажать автоматическая настройка. Именно автоматическая настройка и все. Он автоматически, вот здесь будет загрузочка, которая дойдет до конца, и все это дело просто будет работать. В общем, ребят, за столь небольшую цену это очень отличный, хороший девайс, на котором вполне нормально можно смотреть телевидение, играть в игры, слушать даже музыку или читать даже электронные книги. Кому интересно, по ссылочке в описании переходите на наш сайт Opta.net, смотрите, кому заинтересовало, заказывайте этот и многие другие товары. Ребята, подписывайтесь на наш канал, также оценивайте наши ролики. Всем спасибо. Большое спасибо за просмотры и до новых встреч в Ютубе.